Выполнение обязательств по оплате государственных и муниципальных контрактов – основная тема всероссийского совещания по вопросам защиты прав предпринимателей. В Ярославль приехали губернаторы 50 регионов страны и представители бизнес-сообщества. Орловщину представлял глава нашей области Вадим Потомский, прокурор Иван Полуэктов. В России по состоянию на 1 марта сумма долга перед предпринимателями превысила 19 миллиардов рублей. Самыми проблемными отраслями стали строительство, образование, медицина, отметил Юрий Чайка. По состоянию на 1 марта 2017 года сумма долга перед предпринимателями составила 19,3 миллиарда рублей. В Краснодарском крае 4,4 миллиарда рублей, в Московской области 1,4, в Ярославской 1,2 миллиарда. На всероссийском совещании Вадим Потомский поднял тему долгов по зарплате перед работниками «Дормаша». В интервью телеканалу «Первый областной» глава региона рассказал подробности. Я вышел с одной единственной просьбой: обратите генерального прокурора свое внимание на ситуацию, сложившуюся по нашему предприятию «Дормаш». По уровню задолженности по заработной плате сегодня это 69 миллионов рублей, и эта задолженность нарастает, потому что собственники этого предприятия ничего не делают для того, чтобы с этой задолженностью каким-то образом разобраться и с людьми рассчитаться.